Из-за этого всего волнения я толком-то и не поспал. Будем собираться. Собраться в соревнования, ехать нереально минут 20. Собрал торбу просто, как будто я в Краснодар еду выступать. Я уже прям хочу, прям скорее бы эти соревнования наступили бы. Жестко, работаем. Настраивайся. Ебаный в рот, Владимир. В столовую? Идем пожрать. Ну-ка. Чемпион идет.
Огонь, мне все понравилось, соревнование просто жесть, просто супер, просто жестко. Я в категории 75, дурачок, не похудел на 2 килограмма и пошел в ту категорию. Начинал самый первый в категории 75, самый первый жал, вешу всего 69. Короче, в общем, ребята там ядерные, 74-75 килограмм. Они вообще на такие веса там начинали, со 120-130. В общем, мне понравилось. Подходя именно к соревновательной лавочке, к соревновательному помосту, не знаю, лавочке это правильно, неправильно говорю, пиздец, как будто там бабки сидят. К соревновательному помосту подходишь к скамье жимовой, садишься и, блин, вот оно, вот она жесткость. Я там пожал намного жестче, чем жму в спортзале. Там я реально фиксировал, там я реально держал и плавно опускал. Было намного лучше, чем я жму в спортзале. Я очень доволен своим результатом. Первый подход 95, потом была сотка, потом было 105. Я пожал весь этот вес, ничего меня не задавило. Уверенно все шло. Ну, 105, конечно, немножко, ну, не так, как хотелось бы. 105 уже меня поддавило, но все равно она не остановилась. Она все равно пошла и поддалась. Мои мощи! Сегодня вечером по имени награждения. Поснимаю еще награждение.